Команда клубов Айкикай Солнечногорск и Айкикай Ивантеевка приготовится к команде Молодежной Федерации Айкидо России. На левом ковре выступает клуб Айкикай Солнечногорск. Школа начала свою деятельность в 2002 году как Солнечногорский клуб Айкидо. С 2015 года имеет название «Школа Айкидо Кюкдакай-Дадзю». В данный момент школа насчитывает 10 залов на севере Московской области, в Солнечногорском и Дмитровском районах. Это около 250 занимающихся. Руководитель школы Васюков Артур Васильевич, 4-й дан Айкидо Айкикай, вице-президент Федерации Айкидо Айкикай Московской области. На правом ковре выступает команда клуба Айкидо Айкикай Ивантеевка. Руководитель клуба определенным Михаил Владимирович, 3-й дан Айкидо Айкикай. Спасибо командам за выступление. Клуб Айкикай Солнечногорск, клуб Айкикай Ивантеевка. На татами приглашается команда Молодежной Федерации Айкидо России. Приготовится команде юниоров клуба «Сакура» и Молодежной Федерации Айкидо России.